Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». Ну что же, я думаю, что мы пойдем с вами, естественно, на испытание новенькое, да, у нас здесь, смотрите-ка, босс будет. Хотелось бы посмотреть, я такого еще не видел, что он из себя представляет. Так, моя команда в сборе, вау! Так, посмотрите-ка, это у нас черный магазин Янга. Ага, это, видимо, сам торгаш, который выдает черные жемчужины. Ха-ха, ну что ж, очень рад увидеть его воочию. И у нас, естественно, отравление вешается. Ну, чего-нибудь хорошее, хрен, когда от них дождешься. Ты посмотри, какой он деловой, а. Ручки сзади, видите ли, да? И ножками своими тут пинается. Так, ну-ка давай, зэк, бомби его. Вау, да он разбирается это с полтычка. Я думаю, никаких проблем у нас с ним не возникнет. Будем его накатывать. Так, захват. Будем потихоньку разбирать, ребята. Сейчас еще залп сделаем. Но не забываем, ребят, что это у нас на нормале все происходит дело. На сложности другой будет, конечно, очень-очень жестко. Так. Главное смотреть за своими ребятами, чтобы они... Да ладно ты, еще герой себе... О, только не этого олуха. Блин, обнимунчик этот пришел. Черт, нифига он там выпускает шаровуху. Ядрена вошь, вот этот чен. Так, что он там медитирует? Ага, смотрите, ребят. Я не могу к нему подойти, он в статическом поле. Хорошо. Значит, будем разбирать вот этого вот обнимунчика, который любит у нас обниматься. Как вы помните... По башке ему дубиной. Так, отлично. Неуязвимость на 10 секунд. Она нам пригодится. Давайте вот здесь его. Кстати, этот жиробас у нас тоже разбирается довольно легко. Ага, вот он пошел в ответочку. Так, схватил все-таки, а? Обнимальчик хренов. Где этот у нас там? Ченг, вон он. Ему осталось-то совсем маленько. Отойди. Блин, все-таки достал моего стрелка. Так, что там? Хрен тебе! Слушайте, нужно уже завязывать. Опять, ребят, смотрите. Он в это поле встал. Интересно, я его пробить суперударом могу? Нет, к сожалению, не получается ничего у меня. Его вообще не берет. У него неуязвимость, как я посмотрю. Да, вообще пофиг. Ладно. Оу, обнимается. Кого поймал? Боя поймал. Слушайте, но так как у нас режим на нормал... Он мне урона практически не наносит. Опять вертушка пошла. Эй, уходим. Так, стрелок, отойди тоже. Давай, в кого ты там стреляешь? Вау, у Чена осталось совсем мало хп. Все, мы его победили. Остался лишь только обнимальчик у нас здесь. И мы его сейчас с вами, думаю, добьем. Так, ё-моё, кого? Боя поймает? Да, он поймал Боя. Возьмем биту и посмотрим, что это у нас за удар такой у биты. Так, ну-ка. Вау. На-ка, получи. Ты достал. И, да. Хе-хе. Прошли, ребята. А это означает, что мы получаем с вами чемоданчик именно этого ивента. Да еще и на ранг S все прошел. Так, две монеты получил и сундук лунного нового года. Вообще шикарно. Так, давайте активируем. 6 часов он будет открываться. 1200 голды мы получим, точнее баксов. Ну что же, настало время посмотреть вот эти вот, ребята, штучки. Так, подключитесь к интернету. Ерунда какая-то, вот. Рогалик мод. Давайте мы тогда приступим. Вот, нет, я не хочу вот этого выбирать. Давайте возьмем хилку и зэка. Все. Блин, 5 кристаллов, жалко, но никуда не деться. Оно того стоит, поверьте мне, ребята. Здесь, кстати, вот именно на этом ивенте у нас разыгрываются жетоны, на которые мы сможем с вами открывать вампира. Вампир нам тоже нужен. Поэтому придется в любом случае нам проходить. Хотим мы этого или нет. Да они вообще в отнульки. Хе-хей. Так, мы с вами получаем там усилители и карточку хилки. Замечательно. Получите по башке все. Как вы помните, когда я бросаю биту, это означает, что я вызываю провокацию на себя. То есть эти все олухи будут идти на меня.
Так. Ну, а боксер здесь у меня, ребята, не прокачанный, поэтому толку от него мало. Что-то вас тут дофига слишком. Вам так не кажется, а? Ну-ка, разлетелись по кустам, как говорится. Блин, надо как-то следить за всем. У меня и боксер тут, и мой заключенный. Так, давай. Да кого-то я хотел... Блин, задел все-таки. Так, хилимся. Срочно нужен подхил. Давай. Добиваем мы этого дуралея. Так, подожди. Не будем мы пока применять. Вот так. Все, в ауре мы с вами. Маннелфилд. Давай там буянь, ё-моё. Так. Блин, надо неуязвимость ставить. Так, а на тебя защита. Все, отлично, ребят. Нужно подхилиться, это однозначно. Потому что... Во! Подкатило как раз. Ну что, полное здоровье у нас. Блин, вот стрелки здесь самые противные. И хилки, естественно, которые хилят вражеских стрелков. Вон она там стоит, на том конце экрана. Есть, завалили. Ну что, пора, по-моему, заняться именно хилочкой. Вам так не кажется? Сейчас мы подберем очки, которые дают нам точность и крит. И будем ее нахлобучивать здесь. А боксер у меня пока будет открывать ящик. И выпал кастет, как раз, в принципе, для него. Хотя кастетом может пользоваться и заключенный у меня. Да что ж такое? Ты вот посмотри, а. Бьем ее, бьем, а она все подхиливается и подхиливается. Ну что, пора, наверное, боксера подключать к этому делу. На, ага, она была у нас последняя в своем роде. Поэтому уровень у нас пройден. Что нам дадут? Время, конечно, плохо. 38 звездочек. Так, сыграйте, отлично. Мы получили с вами, что мы получили? Я не знаю, что мы получили, но что-то да. Так, давайте активировать, ребята, вот этих вот персонажей. Так, 50% хила идет, отлично. Так, атака всех союзников на 20%. Здесь сбивает с ног, да, и урон 875%. Это, я считаю, очень круто. Эти, ребята, карточки я смогу активировать прямо во время боя. Это, грубо говоря, вспомогаловка идет. Так, поддержки у меня пока нету никакой. Я, видимо, карточку еще не получил. Здесь можно улучшать себе свои же предметы. Правда, честно говоря, я пока не понял. Я знаю, что если я нажму на сброс, у меня, по-моему, все сбросится. А вот как именно вставлять звезды, пока еще что-то не могу допетрить. Что нужно именно сделать? Вот я выбираю. Как-то их нужно вставлять. Я вот по 3 звезды воткнул, по одной. В разные вот эти вот оружия. У боксера, у хилки и у заключенного. И больше почему-то у меня не получается. Не знаю, в чем, конечно, здесь проблема. Может быть, я что-то неправильно делаю, ребят. Если кто знает, можете мне, естественно, отписаться. Принимаю любую помощь. Ну что, пора нам с вами отправиться. Только вот куда? Для следующих битв. Тут тоже для следующих. Здесь у нас даются для развития, но не навыков. Так, ладно, давайте-ка глядеть. Блин, опять стрелки. Ладно, будем нахлобучивать, естественно. Черт, боксер, не надо стоять на шипах. Давай вот так сделаем. Я не понял, а что, на мне опять какая-то радиация висит? Да, по-моему, на заключенном висит радиация. А с какого перепуга? Где он успел это заработать? Ладно, если что, ребят, будем отхиливаться, естественно. Вы не забывайте, что у нас есть с вами 3 лечки, 2 стрелка. Будем потом активировать, если понадобится. Ну-ка, проверим. Ну-ка, как он здесь? Воу, неплохо, неплохо, не могу ничего сказать. О, вообще убил! Да, этот чувак крутой, мне он понравился. Ну-ка. Стрелка одного. Минус. Замечательно. Не понял. А че это у меня боксер-то упал? Вставай давай. Фух. Ожил, блин. Я даже не увидел, как он у меня упал. Отвлекся. Оу, тихо, заключенный. Он у меня практически так. Только не падай. Давай хилиться. Попробуем. Прокатит, нет? Да чё ты так мало подхилил-то, ё-моё, вообще.
Крохотульку. Блин, как мне быть, ребят, как мне его... Ай, оживить-то, я даже не знаю. Не оживить, точнее, а подхилить. Фух. Неужели моя хилка все-таки начинает потихоньку помогать ему? Так, еще разок. Не, ну эта лечка вообще ни о чем. Очень. Да какого лешего опять на мне радиация-то висит, а? Где ж ты успеваешь ее зарабатывать-то? Не пойму, может быть, стрелки стреляют радиацией какой-нибудь. Пули у них радиационные. Фиг. Вот, теперь на боксере висит. Ай-яй-яй, боюсь, сейчас кто-то у меня падет. Я не хочу, чтобы это был у меня заключенный. Фух. Маленько подхилились, отлично. И еще живем тогда. Давай-давай, в неуязвимость, правильно. Тун. Ну и что ты вот вышел, стрелял в кого-то? Вот и там стрелял, я ума не приложу, блин, вызвал на свою голову. Так, летчик у меня всего лишь одна, ребят, осталось. Блин, придется этого говнюка в шипах бить, потому что другого выхода нету. И это, по-моему, последний враг, да? Или нет? Да, это был последний. Фу, отлично, все целенькие, все здоровые. Мы прошли, 38 звездочек мы получили. Так, у нас по одному всех осталось. Поддержки, опять же, нету. Так, у нас уже 4 икса звезд. Но опять же, их вставить пока не смогу. Что меня больше всего и раздражает. Опачки, тут уже какой-то новый режим. Так, получить доступ к пробному магазину. Пробного мага. Так, монеты адского огня. Мне нужны монеты, по идее. Да, ребят, звездочки звездочками, но нужны монетки. Да, ребят, я ошибся маленько. У нас вампир, по-моему, все-таки за монетки призывается. А звездочки нам нужны для того, чтобы мы смогли призвать к себе еще одного героя на помощь. Так, на мне никакого там отравления не висит. Почему-то босс показал, что... Точнее, фортуна показала, что на мне должно лежать отравление. Но я пока не вижу ничего такого серьезного. Давай-давай-давай-давай, бомби. Отлично. Боксер, ну что ты там отстаешь, как всегда, блин, а? Давай, давай, догоняй, отлично, подбил, молодец, умница. Так, будем хилку держать подальше от этих разборок. Нафиг, пускай у меня там боксер и заключенный справляются сами. Так, подхиливаемся. Ах ты, посмотри, лечку призвали. Лечку нужно тоже убирать, потому что она будет постоянно хилить. И этот бой у нас с вами затянется надолго. Ну-ну-ну-ну-ну, добьем этого шантропу. Смотри, хилит и хилит. Есть, подбили. А вот теперь займемся, пожалуй, и ей. Ну-ка, боксер, давай. Наваляй. Так, а ты еще ящик пока у нас подбей. Что-нибудь там, да, блин. Сэндвич выпал нам. Ну нафиг. Кстати, я так и не понял, что дают нам вот эти вот сэндвичи, гамбургеры. Хилять не хиляют. Какие-то там откат. Супер возможность тоже не дает. Оу, ниндзя, иди отсюда. Распулялся своими звездочками. Так, блин. Хилку поймали у меня, это плохо. Еще и... Оу, нет. Повезло, ребята, нам очень сильно повезло. Так, на нафиг, получи. Давай этого говнюка быстренько бомбить. Знаете, в чем у них фишка? Когда у них остается мало хп, они достают свой нож и делают пронзающий удар. Черт, что так мало здоровья-то? Блин, боксерушка, ты у меня не падай. Отлично, вот теперь она подхилила как надо. На все 100%. Боксера практически с половины хп полностью ему восстановило здоровье. Так, смотрите, опять шантропа идет, а? Так, надо хилку уводить. Подхилимся. И будем вот этих вот нефиг, как говорится, держаться в кучке. А ну-ка, боксер, ты этим займешься? Займешься, а я вот этим займусь пока. Так, блин, и хилка нервирует она меня. Потому что сейчас будет восстановить здоровье. Так, подберем этот бутерброд, блин. Ну, я надеюсь, это последние враги. Отлично, во, контракт, монетки, то, что нужно. И остался у нас тут бандос и лечка. Ну вот нафига ты это начал делать? Я хотел, блин, биту бросить.
а не с этот супер вертушку применять. Промазали опять. Ну-ка. Ничего не делает. Он, по-моему, нам дает повышение атаки, если я не ошибаюсь, на 120. Вот этот вот стрелок призывной. Ё-моё, я думал... Оу, еще и амбал идет. Вот это будет сейчас очень и очень жарко. Блин, а у меня из призыва только бандит остался. Который... Я уже даже не помню, что он там делает. Где моя вертушка? Блин, она в откате. Она в откате. Давай, давай. Придрючим хиллершу, нечего ей здесь делать. О, выпал контракт на нее, это хорошо. Ну что, у нас остался лишь здоровяк, хилка и вот этот якудза. Сейчас мы справимся. Отлично, якудзу подбили. Но вдвоем-то, я думаю, они там справятся с этим здоровяком-то. Так, отлично, подбили. Надо ее добить, потому что она будет здорового этого хилить. И наши все усилия пустую, как говорится, пойдут. Что бы сделать? Нужна вертушка мне. Ну-ну-ну. Давай крутиться. Ух. Отлично идет. Если что, подхилимся, ребята. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами поставим защиту. Блин, защиту на себе, что ли? Нет, все нормально. Ну, последний. Да. И контракт на лысого хмыря с гаечным ключом нам выпадает. Фух. Какой ранг? С, опять же, 43 звезды. Добро пожаловать. Ага, вот, ребята, у нас и магазин. Так, у нас сколько? 119 звезд. Ох-хо-хо-хошечки. Да, не хватает нам практически ни на что. 200 звезд стоит вот этот вот супер ящик на звезду. Тут что-то вообще как-то непонятно, что... Виктор. Ха, 150. А кто такой Виктор? Я такого еще не видел. Головокружительный паук. Вот мы можем взять пауков с вами. И больше ни на что не хватает, абсолютно. Да. Жаль, конечно. Я не знаю, стоит ли брать пауков вот этих вот, ребят, которые у нас тут даны. На пробу, если только. 70 звезд. Одного-то можно взять по любасику. Так, а здесь 60 стоит. Это у нас монетки, ребята, на вампира, еще раз напомню. Монета адского огня называется. Ну что, давайте выставлять лечку. Так, лечка. А, и она еще помогает ускорять навыки на 30%. Ага, вампиры и стрелка. А здесь кровопийцы и целителя. Ну, давай так сделаем тогда. Ух, и вот так поменяем. Ну что? Так, буду сброшен. То есть вот эта карточка, которая у нас осталась, она будет сброшена. Да, продолжаем. Мой заключенный идет в поддержку. И, как говорится, текущая команда у меня только лишь боксер и хилка. Но я в любой момент могу вызвать к себе на помощь заключенного. Так, сбросов у нас 5. Продолжить испытания. Ну, я не знаю, ребята, стоит ли или не стоит. Давайте, может быть, мы с вами это дело перенесем уже на следующую серию. Так что это рогалик мод у нас был продемонстрирован. Вы это прекрасно видели. Надеюсь, вам понравилось. Давайте-ка зайдем на черный рынок и посмотрим, что тут у нас новенького. А, к сожалению, ничего. И стоит ли продавать мне шмотки? Я думаю, что нет. Слишком дешево все это стоит. Не оправдывает себя. Слава. О! 5 алмазов, 50 баксов. Это хорошо. Кстати, у меня сколько денег-то? Маловато. О, смотрите-ка, получаю еще 200 баксов плюс один дополнительный слот. За то, что я закончил квест на рогалик мод. Отлично. Значит, мы можем кого-то с вами усилить. Так, давайте-ка начнем, наверное, со стрелка. Что мы ему можем поднять? Так, 856 бакинских. Сюда не хватает. Ага, давайте-ка, наверное, вот здесь мы с вами прокачаем вот эту ветку. Ну, естественно, не полностью. Да, к сожалению, все, деньги на этом закончились. Да, в последнее время все очень дорого стоит, но оно того стоит. И нам нужно будет развиваться, если мы хотим дальше с вами играть и побеждать. И как-то развиваться. Все, к сожалению, больше ни на что, да, у меня не хватит. 130 баксов, а тут 142 минимум, по-моему.
Ну да, никого не сможем. Нет, боксера можем, но он мне не нужен. У заключенного это у нас с кастетами. Ну, кастетами я сейчас не пользуюсь, так как у меня дубина, причем легендарная. Все на этом. Здесь развить мы уже больше никого не сможем. По статусу у меня что? Да, по-моему, ничего там нету, ребят. Так что, если попробовать только усилить, например, то же самое колечко. Так, вроде бы барахла всякого хватает. На 10 атак увеличивается. Но опять же, нету денег, ребята, для того, чтобы я смог себе заточить. Так, величина атаки плюс 10. Вот так вот, если опыт на максимуме. Ага, давай-ка сделаем. Получает, нифига не получает звезду. А нет, можно развить. Но развивать-то нечего. У меня лишь только одно кольцо доступно, к сожалению. Жаль, жаль, конечно, все. Придется как-то вот так вот. Да, не хватает мне буквально еще одной вещи, чтобы я смог усилить. Ну, а на это, пожалуй, можно и завершать эту серию. Как говорится, мы с вами посмотрели, поиграли. Так, у нас еще очень много всего предстоит. Вот, например, здесь ивент. Но уже уровень сложности сложно. Я вряд ли его потяну. А вот ежедневный сундук, естественно, заберу. Да, уж больно хочется мне, ребят, побыстрее накопить себе на колдунью. Точнее, волшебницу. Так, 600. А у меня, ребят, уже 108. Так что осталось совсем немножко. Буквально еще, наверное, месяцочек поиграть в нее так усиленно, чтобы заработать вот эти вот монетки. И тогда мы призовем ее. Ну, а про вампира там совсем уже, ребята, другая тема. Так, давайте-ка посмотрим, сколько мне дадут сейчас. Так, 20 штучек. Вот, короче, один сундук дает 20 монет. Ну, в принципе, годно. Ну что же, давайте на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видосиках. Всем пока, удачи, до скорого.